12-классница Назарбаев интеллектуальной школы Кызылорды Алтынай Абдижамиль стала автором научного открытия, которое может повлиять на снижение роста заболеваемости туберкулезом. Проведенные ею исследования фитонцидных свойств дикорастущих растений приоралья помогли составить список природных антибиотиков. В их числе гармала, лохостроплодный, тамариский, тополь и ефратский. Ими Алтынай предлагает озеленять населенные пункты для профилактики различных инфекционных заболеваний.